Добрый день! Я ученица 8 класса Посельская Айгына. Тема моей работы – Пестрев Семен Николаевич – своеобразный мастер-косторез, талантливый педагог. Проблема. В чем кроется уникальность творчества и своеобразие стиля художника-костореза Пестрева в воспитании и преемственности косторезного искусства? Актуальность. Святой долг каждой личности – изучение уникального творчества талантливых людей, вышедших из глубинки, исследование их творений, воспитание чувства гордости, увековечение памяти талантов из народа. Цель – увековечение доброго имени талантливого мастера-костореза Пестрева, урожденного из мельжахсинского наследа. Задачи – изучение и исследование трудов якутских художников и народно-прикладного искусства Якутии, сбор и ознакомление с воспоминаниями родственников, современников, исследователей Пестрева, обобщение, систематизация работ – сравнение, анализ фотографий и трудов костореза. Гипотеза. Память о талантливом мастере-косторезе Пестреве будет увековечена, если мы будем знать его неоценимый большой вклад в развитие косторезного искусства, уникальность его таланта. Новизна. Создание электронной книги с целью дальнейшего изучения, обучения и воспитания подрастающего поколения. Семен Николаевич Пестрев. Заслуженный деятель искусства СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина. Родился 15 августа 1917 года. С 1947 года начал заниматься резьбой по кости. С 60-х по 72 года преподавал в Якутском художественном училище, член Союза художников СССР. Методы исследования. Классификации произведений по годам. Мастер работал с многофигурными крупными композициями. Композиции с фольклорно-этнографическим содержанием. Жители Северного края. Всего работ по тематике 8. Историческая тематика 14 работ. Анималистические скульптуры. Мотивы охота, лесная жизнь зверей. Медведь, олени, собаки, лайки, волк, журавли. Вывод изучения литературы о жизни и творчестве Пестрева показало. Начиная с 1947 года, мастер в создании целостной групповой композиции обращается к анималистическим и историческим сюжетам. В творческой работе преобладает тематика севера. На основе анализа его произведений мы определили, что Семен Николаевич – уникальный и талантливый анималист, изящно подчеркивавший поведение, повадки, характеры зверей и птиц. Его художественное наследие насчитывается несколько сотен произведений, которые хранятся в музеях. Виртуоз передачи красоты движений короля животных тундры. Экспонент республиканских, российских, международных художественных выставок. Награжден медалями и почетными грамотами. Педагогическая деятельность. Руководил кружок юных косторезов. Воспитанники мастера костореза. Поэт Николай Винокуров, Урсун, косторезы Федор Марков, Константин Марков, Георгий Родионов и другие. К столетию со дня рождения Семена Николаевича на его родной земле провели юбилейный эсэх «Аластын тахсывы таланнар». Там я заняла первое место на конкурсе рисунков. Заключение. Изучив и исследовав многофигурную работу мастера костореза Пестрева, пришли к следующим выводам. Талантливый мастер-косторез посвятил всю свою жизнь делу развития самобытного народного прикладного искусства. 50-е и 70-е годы – это годы расцвета творческого мастерства Семена Николаевича. Основная тематика его работ – тема сурового северного края. Работал главным образом в области анималистической и жанровой скульптуры. Семен Николаевич – первый величины мастер, косторез в народно-прикладном искусстве в создании целостной композиционной работы. Таким образом, мы, благодарные потомки, восхищаемся выдающимися творениями талантливого мастера Семена Николаевича, который, несомненно, обогатил духовную и материальную культуру своего народа, своих земляков-чуракчинцев. Спасибо за внимание.